0 часов 35 минут. Люди идут, идут на праздник новогодний. Ну давайте пройдемся. Тут пока я шел, и лай собак был, и не знаю, что сегодня будет. Но сегодня, наверное, будет то, что мне всегда хотелось. Кстати говоря, 25 минут осталось у нас до салюта. Много это или мало? Но вы поверьте мне, что немногие, наверное, дотерпят до салюта. Пока у нас все тихо, пока у нас все спокойно. Никого не выводят. Все друг друга, как говорят, любят. Ну, тепло достаточно. Температура теплая, где-то плюс, наверное, 4 градуса тепла. Сейчас мы так с вами потихонечку дойдем и до сцены, я думаю. А там все мы посмотрим, что у нас на нашей елке. А вот, ребята. Вот. Да, молодцы. Так, что у нас там? У нас, правда, там одна не освещается, я вижу. Почему-то. С чем это связано, я не знаю. Возможно. Ну, все может быть. Так, давайте подойдем все-таки к елке поближе. Ой, тут у нас сегодня, наверное, будет столько людей, что я, наверное, столько людей никогда не видел. И, возможно, вряд ли увижу. Так, вот сани. Наши новогодние сани. Я не знаю, тут вот селфи пошли. Люди фотографируются у нас. Вот, смотрите как. Вот здесь вот. Вот прямо на центральной площади. И я со своей стороны сейчас прям к этим оленям. Не знаю, тут можно на них встать? Нет. Ну вот они, эти олени. А помните те три белых коня, которые из кинофильма «Чародеи»? Декабрь, январь и февраль. Да. Надо классику знать, да еще хорошую и любимую у нас. Так. А вот они виновники вообще всего происходящего, что только есть. Это, кстати говоря, Дед Мороз, да, у нас? Он тоже селфи везде, в другом эти селфи. Давайте посмотрим, люди двигаются, идут. Сегодня очень тепло, один из теплых, достаточно декабрьских, а уже январских дней, к сожалению, уже январь. Так, ну я пойду тогда в сторону. Так, идемте. О, там у нас дискотека, но пока еще танцев нету, еще все впереди. Так. Это наша елочка. Это наши граждане сознательные, которые идут на Новый год. Да, я все забыл показать вам эту вот парочку. Вот она. Великий Устюг. Российская Федерация. Так. Вот здесь я когда-то телевизор Альфа покупал, который у меня потом не работал. Было это очень давно. Так, тут вот можно даже на эти сани сесть. Я, наверное, все-таки, ну пусть. Так. А вы будете садиться? Нет, я хочу сесть пока. О, я вот сяду пока на эти сани. О, опа, Дед Мороз. Это не тот, который отплясывал в прошлый раз, а? Так. Улица Советская и улица Ленина. Прям в сам угол. Перекресток.
Так, кто тут у нас еще есть? Пока знаменитостей мало. Пока... О, так, так. А ну, дедок. О, молодец. А я вижу, что палаток нету. Вот в прошлом году у нас были палатки на площади. В этом году почему-то их нет. С чем это связано, я не знаю. Так, дерево освещается сегодня. Достаточно очень красиво. Так, подойдемте к нему ближе, к этому дереву. О, вот дерево. О, какое красивое дерево. Так, ну пока танцы не начались. Так, 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 так. Что тут еще интересненького? Ну пока ничего интересненького нету, потому что пока танцев нету. Самое основное это что? В наше время это танцы. Так, так, так. О, о, уже здороваются с нами. И загадать желание на новый плохой курант. Мы хотим пожелать, чтобы в новом году все свершилось, что вами задумано было. Людей много, я не ожидал, что так много людей. О. О. Опа. Подойду я поближе. О, вино наливает, вино наливает, вино наливает.